На территории Чувашии продлен режим чрезвычайной пожароопасности. Специалисты говорят о пятом классе горелости. По данным гидрометцентра, на территории республики с 16 по 18 июля сохранится высокая температура. Днем воздух прогреется до 27 градусов, ветер 12-13 метров в секунду с порывами до 14. Напомним, особый противопожарный режим установлен с 4 апреля. Запрещено разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Не допускается также выжигание сухой травы на земельных участках, если они расположены вблизи лесных массивов, либо рядом с землями сельскохозяйственного назначения. Штрафы для нарушителей требований пожарной безопасности в этот период увеличиваются вдвое. Для граждан сумма взыскания составляет до 4000 рублей. Для должностных лиц до 30 тысяч. На юридических лиц могут наложить штраф до 400 тысяч рублей. При значительном ущербе, причиненном пожаром, виновнику грозит уголовная ответственность.